Карагандинские полицейские предотвратили заказное убийство. Поводом для несостоявшегося преступления стал квартирный вопрос. Женщина наняла киллера, чтобы устранить родственника. Жизнь племянника она оценила в 400 тысяч тенге. Женщина потребовала, чтобы исполнитель убийства принес ей ухо или правую руку жертвы и заплатила аванс – 50 тысяч тенге. Однако в качестве наемного убийцы выступил сотрудник УБОП. Оперативники сняли имитационное фото и видео убийства, а в качестве страшного доказательства представили заказчице муляж. При передаче оставшейся суммы заказчица убийства была задержана. В отношении задержанной проводится досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Задержанная водворена в изолятор временного содержания.